целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в зимний период региональное управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии рекомендует гражданам соблюдать правила поведения на льду. Это больше всего касается любителей зимней рыбалки, говорит старший офицер Руслан Мазуренко. Он отмечает, что, выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности. Хочу призвать вас, чтобы обратить максимальное внимание на правила поведения на этих водоемах в зимний период. Посмотреть, чтобы толщина льда обязательно была нужной для того, чтобы вы могли на этом льду проводить какие-то мероприятия по рыбалке и так далее. Заходить на него, ступать без всякой для этой жизни опасности. Если даже уже случилась какая-то опасность, нужно как можно максимально выбраться быстрее из воды. Тоже обязательно правильно. Как можно быстрее направиться в сухое место, снять с себя эту одежду и позвать на помощь, либо вызвать службу спасателей, скорую помощь, чтобы они оказали квалифицированную медицинскую помощь. В соблюдении правил безопасности зимой кроется не только забота о себе, но и ответственность перед близкими и обществом, подчеркнул Руслан Мазуренко.